ВКонтакте будет в описании. Так, первое, это что там, овощной салат, второе, салат с дома какой-то, третье, пекинский суп, сопа. Ага. В общем, я поняла, что нам делать. Кисло-сладкий поросёнок. Я справлюсь, спасибо. Угу. Так, второе, восточный рис, тушеная лапша. Белый рис. Сопа де Пекин? Си. О, боже. Давай, перевай. Итак, давайте посмотрим меню. Выглядит оно вот так. Очень такое приятное. Ну что, значит, это бизнес-ланч, это напитки. Есть еще такие напитки. Далее, есть такой вариант. Угу. Так, значит, можно за 9,95 заказать вообще все из этого меню. То есть платишь 10 евро и кушай хоть все. Отлично. Так, а вот он, пекинский суп. Угу. Так, что здесь? Пекинский салат? Нет, это салат из дома как раз. Тот самый. Да, это точно. Будем так, чтобы вдвоем есть. Вдвоем, да. Ага. Так, здесь очень вкусный соус, немножко похож он на майонез. Значит, кукуруза, крабовые палочки и морковка, ну и капуста. Вот это я понять не могу. Это крабовая палочка или нет? Вот не это, а вот это. Вот это. Это тоже? Это кальмар. Думаешь, кальмар? Ага. Ну-ка, сейчас попробую. Нет, это крабовая палочка. Угу. Очень много. А что это за мясо, я понять не могу. Свинина. Да? Такая мягкая, просто обалдеть. Угу. Так, перчик зеленый. Тоже тут. Совсем не сладкий. Мы уже наелись. Почти. А тут еще вот. Так, давайте посмотрим, что в этом блюде. Перец по-другому порезан. Морковь. Да и все. Ну да. Ну-ка попробуем, может, соус другой вдруг. Нет, соус тот же. Очень жирный, если честно. Очень, очень здесь много масла. Очень круто. Да. Я подумала, это курица, а это в итоге это телятина оказалась. Как тебе? Да, телятина. Нет, это свинина. Вот это свинина. Тут. А это телятина все-таки. Настолько нервная, что это угу, точно. Что там?
А там в меню бери, картинки кушай, есть. Бери, бери вилочку. Я хочу кушать. Нет, еще два дня. Договорились же. Бери вилочку и кушай. Приятного аппетита. Нет, ни кока-колы, ни пепси. Приятного аппетита. Ух ты. Это в кисло-сладком соусе телятина с грибами. Свинина? Свинина, сори. Хотя не похоже на свинину. Подожди. В кисло-сладком соусе это была телятина. Да. Так. Ого, понятно. Лучше по картинкам, а то опять переводить придется. Я запуталась. Друзья, извините, но я запуталась. Что такое? Кока-кола, пепси. Кока-кола. Ты сдался? Он неделю не будет пепси. Неделю? Тогда 7 дней потом. Договорились? Да. Договорились. До 5. 7? Да, потом 7. Договорились. 7 дней? Да, потом 7 дней нельзя будет. А сегодня можно. Угу. Договорились. Да. Это снова будет слишком много. Ну а что делать? Просто эти приплюсуются к тем. Давай аккуратненько двумя ручками. Да. Угу. Ну точно не сильно помочь. Смотри, что это такое. А это да. Второй тип такой там маленький. Олег, я уже не помню. Я запуталась. Надо по меню смотреть. Офигеть. Ну, это хотя бы... Это лук. Жанна, привет. Я знаю, что ты бы это есть не стала. Ушки? Нет, это прям куски лука. Вообще прям лук. А это попробуем. Ой, это... Очень интересно. Ну-ка, давай попробуем. Почему? Ну как? Что это? Кисло-сладкий соус. Это значит моя. Чуть-чуть подхрустывает. Ну и прям корочка в одном месте немножко была. Все безумно нежное. Очень нежное, вкусно. Ладно, вкус это. Ой, а это точно телятина. Так похоже на баранину, обалдеть. Я вообще, пожалуй, с этим макароны смешаю. Какие? С вот этим. Вот это. И вот это помешаю сейчас. В общем, получается 1500 рублей бизнес-ланч. Может, что-то неправильно понял? Что неправильно понять тут можно? Все правильно. Это на пятерых поесть. Да, почти как суп. Да, обалдеть. Подожди. Пятизвездочный ресторан 1500 рублей. Это на двоих. На двоих. Ну, какой на двоих? Почему на двоих? Мы не сидим. А, ну да. Вместе с алкоголем получается, правильно? Алкоголь евро 75. То есть, ну, 3,5 евро это алкоголь. То есть 7-7-14, ну это 20 евро, короче. Uh-huh. Да? 10 евро это 700 рублей, да? 1004. Ну, полтора вместе совсем вообще. Пятизвездочный ресторан. Кока-кола с пивом. Ну как-то так. Да, понимаете, да? Девчонка, китайцы или японцы? Китаец. Китаец, значит китайцы.
Ты что, шутишь? Эрик, как тебе мороженое? Смотри как. Блин, вкусно тебе? Да, ничего, руками было размахивать, слишком долго думал. И ванильное еще мороженое такое, шарик. Вкусное, очень вкусное. Такое. Отличное. И что ты сделал с мороженым? А за где? А за но? Шоколадное попробуем. Насыщенно. Веселка. Ну что, вот наш счет в итоге. 19 евро.